Бибикова Мария, победитель сегодняшнего маршрута до 135 сантиметров. Это был скоростной маршрут, таблица С. Маршрут достаточно технический был, было много связок, там, где можно было повернуть, много альтернатив. Вот, я выполнила все свои поставленные задачи и очень довольна результатом. У многих всадников на последнем барьере возникли трудности. Проезд достаточно длинный, все хотят эту дистанцию проехать как можно быстрее, и из-за этого иногда дистанция может избиться. Очень многие всадники сначала ехали вперед, потом в последний момент решались брать к себе. Некоторые, наоборот, видели дистанцию, ехали вперед до конца, и тоже иногда случались повалы, потому что приводили лошадь достаточно далекую дистанцию. Такая небольшая... Такая обманка.